Вот ты где, Алексиус. Скорее, возможно, Перикл внутри. Что на тебя нашло? Феба мертва. Из-за тебя ты воспользовалась ей. Нет, я... Неправда. Она вызвалась сама. Клялась, что справится. Ты поверила ребенку? Ты ведь знаешь, Феба не приняла бы отказ. Я была бессильна. Бессильна? Ты отпустила ее, а ведь могла уберечь. Я попросила ее помочь защитить Перикла. Она жила ради других, Алексиус. Ради тебя. Это горе. Мне ее не хватает. Мне тоже, поверь. Знаю. Аспасия, ты здесь? Вы нашли? Быть может, он внутри молится. На горе все стало еще хуже. Поговорим потом. Где? Но! Я собираюсь уничтожить все, что ты создал. Афины мои. Перикл! Не смей мне мешать. Великий человек. И вряд ли мы осознаем, насколько. Нужно увести ее из Афин. Возьмем корабль. Надо уходить. Иначе. Ладно. Нам нужно торопиться. За мной, мало ли что. Эй! Леон приказал никого не выпускать. И привести к нему Аспасию. Я не пойду. Прочь! Держи их! Сердце!
Все в порядке. Идем. Мы остаемся, Алексиус. О чем ты? Мое место здесь. Я не могу оставить Афинин без врача. Аспасию ты защитишь сам. А нам оставь Афины. Город захвачен. Афины, которые вы знали, мертвы. В этом-то и дело. Мы начнем сначала. Уверен? Я прожил жизнь как афинянин и умру как афинянин. Окажите мне услугу, вы оба. Конечно. Найдите тело Фебы. Похороните ее. Конечно, со всеми почестями. Спасибо. Нам пора, Алексиус. Я рассчитываю вновь увидеть вас. Живых! Издали Афины кажутся такими спокойными, словно там царит мир. Но это лишь видимость. Мне так жаль, Аспасия, насчет Перикла и Афин. Не надо казнить себя. Кажется, я подвел их всех. Не думай так. Во всем вина... Афеба. Нет, позволь мне. За Фебой приглядывала я. Нет, я хотел извиниться. Еще одна смерть на... Перед смертью они будут... Непременно. А пока нужно под... Я надеялся, ты поможешь мне. Конечно. Та женщина... Феникс. Песнь сирены и ее корабль. Феникс. Да, именно так. Я слышал, этот корабль стоит в порту острова Наксос. Что ж, плывем к Наксосу. Найдем Феникс. Видишь, вон тот вулкан. Еще бы не видеть. Говорят, что на его дне вход в подземный мир. Чтобы войти в него, нужно нырнуть? Именно так. Один храбрый аркадец решил так же. И что с ним случилось? Он не успел даже спуститься. Шар вулкана обратил его в пепел. И все тайны стоит пытаться разгадать. Достаточно!
Я прощаю тебе убийство моих похитителей. Спасибо. Будь осторожнее, ладно? Я постараюсь. Удачи. Взгляни на них! Две стороны одной медали! Священный Делос, где рождены Артемида и Аполлон, и Миконос, где делают все, что запрещено на Делосе. Прочти мне записку. Хозяин Орла. Это ты. Подарок, жестокий глава Делоса. Отбирает у нас деньги и продовольствие, чтобы питать свою неутолимую? Да, неутолимую жажду власти. Подарок один из них, Варнава. Из тех, кто преследует мою семью. Дальше. Мы скромные, но свирепые повстанцы. И щедро заплатим за помощь в свержении тирана. Я молюсь, чтобы ветра привели тебя к нашим берегам. Наши люди гибнут. Подпись Кира. Нужно идти. Меня ждет работа. Не удалось отдохнуть на этом прекрасном пляже. В записке сказано, где Кира? Ей говорится о двух местах. О лагере на северо-западном берегу и убежище, скрытом под городом. Похоже, подарок жесток. Еще хуже. Одна семья припозднилась с подношениями богам. Люди подарка вытащили детей прямо из постелей. Когда родители проснулись, чтобы покормить животных, они увидели, что животные уже ели тела их сыновей. Нужно отправить его к Аиду и поскорее. Даже Аид вздрогнет, встретившись с ним. А здесь мило. Ха, поверь, у этого острова гигантская история. У нас нет времени, Варнава. Я имею в виду, что в истории Миконоса замешаны гиганты. Некогда Аполлон был дружен с гиперборейцами Севера. Но однажды они отправили двух дев и пятерых мужей с дарами сыну Зевса в Делос. Больше их не видели. А Миконос? Остров был создан из тел гигантов, убитых когда-то легендарным Гераклом. Я задумался. Так что было в записке? Мистий, хозяин Орла. А покороче. Подарок, жестокий лидер, жажда власти, щедро заплатит,
Восстание, люди гибнут. Пора встретиться с Кирой. Если что, корабль будет готов на случай внезапного отплытия. Ах, мы не на Кефалинии, и виноват был ты. Ха-ха! Хайре, Алексиос! Хайре, Варнава. Миконос оживленнее Кефалинии. Маркос был бы в восторге. Опусти лук. Буду осторожен. Убежище мятежников. Ugh.
Хорошее место, чтобы укрыться. Женщину по имени Кира. Вы звали на помощь, и я пришел. Мимо. Ты лазутчик, Афининин? Или, может, ты сам Арес? Выбравший странный наряд. Да, я бог. Глупо нападать, а потом задавать вопросы. Подарок и его люди безжалостно нас преследовали. Его лазутчики везде. Он не оставит в живых никого из нас. Из всех мятежников остались лишь мы. Это первая ночь, когда мы не боремся за жизнь. И она может стать последней. Но вдруг появляешься ты. Потому я здесь. Это твой знак, да? Алексиус, грозный хозяин Орла. Прошу прощения, сейчас опасные времена для тех, кто ведет войну против Афин и Делосского союза. Я Кира. Ты писала о подарке. Я его разыщу. Его дом на побережье, к северу от Миконоса. Но его охраняют. Мы так и не смогли подобраться ближе, не потеряв своих бойцов. И я послала за тобой. Я думал, Делос — сердце Делосского союза. Гордость Афин. Был им. Но Афины забрали казну союза с Делоса. Почему? Чтобы построить статую Афины, дразнящей Аполлона. Люди просили подарка, чтобы тот не доверял Афинам. Но жажда власти сделала его глухим к мольбам. Если все так плохо, почему Делос не выйдет из союза? Подарок отправляет к нам за деньгами афинских солдат. Откажемся платить, афинские корабли сожгут наши острова. Я могу одолеть одного человека, а не выиграть войну. Потому я и попросила о помощи не только могучего Алексиуса, но и Спарту. Подарок узнал о втором лагере и отправил туда афинских солдат. Малака! Твои мятежники слишком пьяны. Я займусь солдатами. Даже не думай, что я упущу шанс убить пару-тройку афинин.
Спарта ответила на твой призыв. Полимарх, Палет и отряд спартанских воинов приплыли на Миконос незадолго до тебя. Это в их лагерь мы идем, да? Палету нужна помощь, хоть он и не готов это признать. Он же спартанец! Не задерживайся. Элла! Мы размялись. Поговорю со спартанцем. А, ты отважно дралась. Да и ты, спартанец? Я был спартанцем, но очень давно. Спартанец всегда спартанец. Как тебя зовут? Это Алексиус. О нем я говорила. А я Фалет. Был полимархом спартанских войск. Был? Наш корабль затонул. Полководцы мертвы. В живых остались немногие. Погибать – удел солдат. Но скорбеть будем потом. Она права. Не стоит оставаться здесь, по колено в афинской крови. В убежище безопасно. Поговорим там. Пойдешь к убежищу сейчас или встретимся позже? Не будем терять время. Отправимся в убежище. Рано или поздно подарок найдет нас. Мы у него под носом. Он так задирает нос, что не заметил бы статую Артемиды Агротеры, даже стоя у нее на голове. Мы знаем, где он живет. Выбьем дверь и проткнем копьем его рожу. Это ужасный план. В сражении на суше спартанская фаланга непобедима. Но никогда вас 12. Ты решаешь сердцем, мне это нравится. Но эти люди теперь под твоим началом. Нужно решать головой. А ты только и умеешь, что прятаться в пещерах. Мы здесь не ради этого. Мы солдаты. Конечно. Но сейчас нас слишком мало. Нужно все обдумать. Алексиус, как думаешь, что нам делать? Кира права. Напав сейчас, мы все погибнем. Глупо было прийти сюда. Сейчас мои люди на берегу. Я буду с ними! Палет, не надо! Если и вправду решишь победить, найдешь меня там. Ах, спартанцы. Ничего. Подерется и успокоится.
Но я рада, что ты на моей стороне. Приходи ко мне в храм Артемиды. Обсудим, как нам одолеть подарка. Это восстание будет долгим. Подходи. Thank you.
Скажи, если что-то понадобится.